Добрый день, друзья! С вами, как обычно, Квестоник. И мы с вами сегодня играем в Uphill Crazy Jeep Driving. Здесь мы будем водить вот пока что вот такой вот пикап. Так, вот на минуту дали. Достаточно такая интересная игра. Красивая, ну, с первого взгляда мне нравится. Так, это что у нас? Чекпоинт первый. Так, вроде да, сколько их интересует, будет не сказано. Так что по камерам есть вот такая вот камера, не очень. Так, пол капота просто видно. Есть, в принципе, вот такая вот. Это неплохая. Но вот все равно тоже не особо, не очень так. Так, тут уже, в принципе, время заканчивается. В следующем уровне попробуем еще камеры, какие есть, если они есть. О, тут вроде тут ну, тоже пикап, только чуть-чуть другой. Так, вот такой тоже обзор есть. Сейчас посмотрим все. Так, вот так вот есть. Ну, игра такая, тут просто надо на время тоже проходить все эти чекпоинты. Насчет врезаний. А, тут есть вроде вот шкала слева. Я так понял, что это шкала здоровья. То есть я врезаюсь, и там часть здоровья отнимается. Так, снова этот пикап нам дали. Походу здесь будет чередоваться. Так, так, все, больше здесь обзоров нет. Я хотел еще посмотреть, но... Все так, все. Так, едем. Интересно, сейчас надо будет время выделить, посмотреть. Если задним ходом сдать. А, ну да, так. Вроде хотела повернуться, но что-то не поворачивается. Ну ладно. Такое, в принципе, не особо. Ну, кроме таких, мне вот именно вот такого типа игры нравится, там, где именно дорога есть, но так вот, типа в горах, вот такое вот, но дорога есть. А то есть такие игры, что в горах и там вообще практически проехать невозможно, потому что даже дорог нет. Здесь хоть и есть. И это круто. Так. Ну, природа здесь, конечно, красивая. Какие-то скалы такие. Какая-то крепость древняя, похоже. Так, ну да, вот эти пикапы, походу, здесь будут чередоваться, поэтому их тут всего два. Ну и то неплохо. Так, это что такое? Ага, тут что-то новенькое. Что, типа такси? Надо довезти куда-то этого мужика. Так, это что, фотку сделала? Зачем-то. Так, ну куда-то довести его надо. Тут долго садился, времени мало осталось. Надеюсь, недалеко его придется вести. Так. Где же? Куда надо довести? Тут уже время-то заканчивается. Но это он слишком долго садился и отнял кучу времени. А, все вроде. Так, поехали. Тут что-то мы перевозим, я не пойму, что-то у него в кузове там какой-то ящик, там еще что-то. Так, а здесь уже у нас с препятствиями идет. Вот такие вот какие-то бетонные блоки посреди дороги расставлены. Ой-ой-ой. Ой. Это, конечно, неожиданно было. Какой-то камнепад, вот видите, сразу снял почти все здоровье, поэтому шансов больше нет. Так, еще раз попробуем. Это, конечно, неожиданно было, я не знал. Так, ну теперь буду знать, сначала вот этих надо проехать, а теперь пусть камни там сыпятся, а потом только мы будем ехать. Так. В принципе, можно ехать, хотя время теряется, но в принципе его можно нагнать, а вот здоровье никак не восстановишь, поэтому. Так, блин, тут куча камней расставлена. Неужели никто не убирает их? Так, ну уже это сложнее пошло, если вы заметили. Тут уже всякие препятствия. Поэтому особо тут
И не разгонишься. Так, вон тоже что-то сыпется. Так. Блин, все-таки зацепил. Так, здесь я застрял. Так, мы поехали дальше. Теперь-то в любом случае надо торопиться, но как бы не попасть еще на вот эти камни. Может как-то проскочить по-быстрому, если получится. Где-то вот здесь по-любому еще будет, не знаю, что-то мне так кажется. А хотя нет. Так, поехали дальше. Здесь у нас так, тут больше минуты нам дали. Как-то надо, не знаю, как-то заранее смотреть. Потому что многие бывают издалека видно камнепад. Так, здесь снова надо кого-то отвезти. Только давай быстрее садись, время это идет. Если бы хоть бы останавливалась на это время. А так, ну, секунд 15 точно потерял. Так. Пока камешки-то не падают. Так, ну тут пока и нет куда им падать. А вот здесь вот где-то может быть. Вот тут скала такая. Нет. Так, едем дальше. Тут ровно минута. Так, надеюсь, никого не надо будет забирать. Если честно, напрягает. Время не забирает, только приходится в том спешить. Так, вот здесь вот надо аккуратно. Ну, где-то по-любому здесь будут сейчас сыпаться камни. Так, вот еще шлагбаум. Но его ждать не надо. Так, нет, тут просто уже валяются камни. Так. Пока что. Так, едем дальше. Пока что, я думаю, будет еще сложнее, но пока что вроде нормально. Не так уж и сложно. Так. Главное вовремя приезжать и избегать этих камнепадов. Так, нормально. Никого хоть забирать не надо. На скорости, не знаю, мне кажется, можно успеть проскочить какой-нибудь камнепад. Так, поехали дальше. Так, что здесь? Камешки, интересно, будут падать, не будут? Чтобы не падали. Так. Пока что вроде нормально. Сейчас только на карку и посыпятся. Сейчас что-то вообще слишком легко стало, не знаю почему. Никаких препятствий. Я думал, будет сложнее и сложнее, оказывается, наоборот, легче и легче. Так что, в принципе, проходить ее не так уж и сложно, эту игру. Вы сами видите как. Так, где-то я уже успел цепануться, наверное, с этими отбойниками. Так, поехали. Что вообще в конце легко стало, не знаю. В чем-то, наверное, подвох. Так, стоять. Так, давай только быстрее садись. Так, и поехали. Время уже половину схавало. Так. Где тут этот? Ну все, с вами был Квестоник. И, конечно же, всем пока!